Итак, мы рассмотрим еще одни ключевые моменты для вставления бедра в удар. На примере боксерских ударов. Это апперкоты, боковые и прямые. Опять же, вставляем с помощью гибки бедро. Первое, фронтальная позиция, работаем апперкоты, перекинули. Обратите внимание на то, что я бросаю бедром. То же самое с боковыми. Ключевой момент, я бросаю не через сторону, поднимаю не в сторону. Рука летит вперед и в сторону. Вперед, то есть я тазом бросаю вперед и только потом боковой. И то же самое с прямыми. Взяли верхнюю позицию, толкнули, перехватили. Толкнули, перехватили. Чтобы больше включить ноги, добавление, то есть именно уже бедро к тазу, мы добавляем оседание. То есть мы присели и выстрелили себя. Присели, выстрелили. Присели, выстрел. Присели, выстрел. Присели, стрельнули. Это фронтальная позиция. Потом мы выбираем любой вариант боевой позиции, когда одна нога впереди, другая сзади. И, соответственно, здесь делаем ровно те же акценты. Например, апперкоты с передней. Мы осели, выстрелили. Осели, выстрелили. И задний. Мы осели, выстрел. Осели. Полный доворот. Мы полностью бросаем руку. С прямыми та же история. Осели, стрельнули. Осели, стрельнули. Осели, стрельнули. После этого мы, соответственно, делаем все пустыми ручками разбросаться. То есть. Обязательно. Либо разбрасываемся по цели.